Получать материальную помощь смогут малоимущие родители уже со следующего года. Она составит 10 523 рубля. Сумма постоянно будет исчисляться, исходя из прожиточного минимума ребенка. Поэтому в 2020-м размер выплат достигнет уже 11 143 рублей. Решение главы государства прокомментировал Вениамин Кондратьев. По мнению губернатора края, это в частности поможет улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе. Меры, предложенные сегодня президентом, помогут увеличить рождаемость и дать молодым семьям дополнительную и так необходимую им поддержку. Выплачиваться пособие будет, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Помимо этого, продлят программу материнского капитала и субсидируют ставку по ипотечному кредиту. Дополнительные меры поддержки предусмотрены и на региональном уровне. Напомню, с 2011 года на Кубани получают выплаты семьи, в которых родился третий или последующий ребенок. В 2018 году размер этого краевого мат-капитала планируется увеличить более чем до 119 тысяч рублей.